Всех приветствую, ребята, своих подписчиков, друзей и всех тех, кто смотрит мой канал. Многие ребята задают, зачем ты оставляешь головы рыбьи, перышки. Вот. Сегодня хочу такой сделать маленький обзорчик, как, что я дальше делаю с этими головами. Вот. Ну что, ребята, вот берем голову, да, убираем с нее, в принципе. Вот. Ее маленько делаем вот так вот, режем. Вот. Такими кусочками. Пока сюда убираем. Голову мы тоже, ребята, разрезаем. В принципе. Предварительно я головки вымыл, ребята. Вот таким вот образом, ребят. Все это, ребят, хрящи. Очень вкусно будет. Сейчас вам покажу, ребят, все. Вот, берем еще одну головку. Сам процесс сейчас все покажу, ребят. Вот так вот. Также разрезаем ее. Голова у нас, ребята, я говорю, еще раз повторюсь, одни хрящики. Очень вкусно будет. Мы сейчас, кто, еще раз повторю, задают вопросы, что ты с ними дальше делаешь. Вот решил вам показать, что можно с них делать, с этими головами. И с перышками. Вот. Ну вот, ребят, порезали, да, мы вот все эти головки. Это можно убрать. Еще раз повторюсь, ребят, предварительно я их вымыл. Вот. Теперь что мы, ребят? Вот такая вот у меня соль. Соль без добавок. Вот. Сейчас мы эти головки будем засаливать, ребят. То есть на низ берем немножко соли, бросаем. Вот. Складываем вот так вот головы. Перышки. Вот так вот. И посыпаем, ребят. Еще один рядок. Вот таким макаром. В общем, если так правильно сказать, мы их сейчас, ребят, на данный момент подсолим. Чтоб потом дальше вам показать, что мы будем делать. И подсаливаем их. Они сейчас через 2 часа, ребята, дадут свой тузлучок. Ну, как сказать, свой сок. Вот так вот. Перышки также выкладываем. Все это нам пригодится. И в этом тузлучке они у нас, ребят, будут стоять. Вот так вот. Перышки обязательно. Перышки тоже, ребят, очень вкусные. Очень. Сейчас они у нас подсолятся. И будет нам счастье. Вот таким макаром. Все, и последнюю мы выкладываем. Головку. Вот так. Чтобы они поплотнее так были там. И сверху мы еще засыпаем, ребят. Вот такие макарчики. Все, ребят. Вот мы сейчас вот так вот оставляем с вами на 6 часов, ребят. Чтобы она у нас просолилась. Сейчас она полностью будет у нас, ну, в своем соку, как говорится, даст сок. И будет стоять у нас, еще раз повторюсь, 6-7 часов. Ну, как-то так. Потом, ребят, я вам покажу, что я буду делать дальше с этой рыбой. Вот.
Ну, давайте будем ждать. Ребята, рыбка у нас, головы рыбьи, от осенней киты. Вот. Способ, ну, рецепт, ребята, очень простой. Очень простой. Но те, кто любят рыбку кушать, будет очень вкусно. Вот как-то так. Ну, в принципе, ребят, давайте будем дальше смотреть. После того, как рыбка просолится. Наши голголовы с перьями. Ну вот, ребятки. Постояла у нас рыбка. Я ее, конечно, поменьше, ребят, подержал. Часов 5 я ее подержал. Вот. Сейчас я ее отмою от соли, ребят. И потом дальше буду ее варить. Я все вам покажу, ребят. Очень простой рецепт. Еще раз повторюсь. Вот. Сейчас я ее отмою, ребята. Залью водичкой и буду варить. Как-то так. Ну вот, ребятки, помыл я головки, перьяк от рыбы. Вот. Залил я холодненькой водичкой, ребятки. Вот так вот. И все, ребят, сейчас ставлю на плиту и будем варить наши головы с перышками. Ребят, воду не солим. Водичку солить не надо. Ну, вот как-то так, ребятки. Вот такая вот она у нас. Все, сейчас на плиточку ставим и варим. Водичка закипит, и будем смотреть. Как-то так. Ну вот, ребятки, рыбка у нас закипела. Сейчас минут 10 пенку убираем. Вот эту вот пенку. Минут 10. И все, и снимаем, ребят. И можно, ребят, пробовать. Я рыбку не всю, ребят, сделал. Вот. Не всю, а убрал холодильник в заморозку. Потом, когда захочется, еще достану, еще сделаю. Вот. Но на данный момент этого достаточно будет. Как-то так, ребят. Ну, ждем. Ну вот, ребят, отварил я головы. Вот такие они у нас получились, ребятки. Вкусные очень. Еще раз повторю, воду солить, ребят, не надо. Вот. Вот такие головки. Очень вкусно, ребят, кушать с гарниром. Это картошечка. Отвариваете тоже картошечку свежую с лучком зеленым. Ох, это, ребят, будет очень вкусно. Головки вот такие вот. Ребята, что хочу еще сказать вам. Вот. Вот здесь вот в щечках у нее находятся мышцы. Кусочек мяса. Ну, очень вкусный, ребят. Прям вот как вот, не знаю описать. Ну, очень вкусно в щечках вот в этих вот. Даже можно, в принципе, показать вам. Да. Горячая. Вот она, ребят, кусок мяса, просто кусок мяса, вот такой, вкусный очень, ребят, ну и вообще, головки очень вкусные, ну как-то так, ребят, как-то так. Еще раз, ребят, повторюсь, гарнир делать лучше со свежей картошечкой, ох, это будет просто замечательно. Ну, на этом все, ребят. Всем приятного просмотра. Ребят, подписывайтесь на канал. Жду комментариев. И всем пока-пока. Ни хвоста, ни чешуи, ребят. До новых, как говорится, встреч на моем канале, ребят. На этом все.